Так, всем привет. Мы сейчас с моей лучшей подругой Светлой идем в магазин. Вот мы заходим. Если будете писать в комментариях, мы это купим завтра. И вот отправим вам за почте. Если вы подпишетесь еще сейчас, да? И еще своему другу. Да? Вот мы идем. Вот у нас такая еще штучка кунчики. За 100 рублей. Моя лучшая дырушка. 10 щелкунчиков. Проходим к щелкунчикам. Есть 13 щелкунчик. А есть щелкунчик. Такой. Есть. С такой же, только с золотой. Еще. Итак, смотрим, какую лучшая подруга выбирает. Сейчас я буду выбирать. Как лучше мне купить? Давай. Либо это ты хотел. Этот полностью белый, этот золотой. Моя лучшая подруга выбрала зеленый, потому что он больше похож на щелкунчика. Так. Теперь вот есть такая мотка. А есть щелкунчик. Вот такой щелкунчик. Только он надувной, как шарик. Прикольненько такой. Там еще есть такие. Еще 89, 83 рублей. 83. Так. Есть еще вот такие гномы. Да. Они стоят 190. И есть еще вот. Сейчас покажу. А, вот маленькие гномики. За 79. Вот за 79 такие маленькие гномы. И есть еще птица на елку. ЛПшка, пойдемте я покажу птицу на елку. Вот. Вот. Сейчас я выбираю. Мне выбрать вот так. А 79. Посоветуйте мне купить вот такой желтенький, либо синий стакан для коктейлей, либо вот такой, либо розовый. Я думаю. Либо вообще купить такой стакан с донышкой стоит ровно 150. То есть 149. 149. Реально? Да, 149 надо. Вот сейчас я вам покажу, либо кружку мне купить, я думаю. Вот кружечка за 149 тоже. Спасибо. А есть кружечка с драконом за 83. А есть кружечка за 83. А есть такая фигурка за 149. Думаем.